После того, как состоялся суд 16 мая 2019 года, который принял решение о сносе нашего дома, нам администрация Дзержинского района обещала заключить с нами мировое соглашение, которое поможет нам узаконить наш дом. В результате, значит, была примирительная комиссия, которая была в администрации города Волгограда уже, не в Дзержинском районе, а в городе Волгограда. Она приняла текст мирового соглашения, который формально позволяет сохранить наш дом, но фактически делает наш дом, также оставляет его самовольной постройкой, а нас бесправными людьми, которые не имеют права на свои квартиры. Самым первым пунктом этого мирового соглашения звучит, что мы должны получить согласование с ПАО «Морская Юга» о размещении дома в защитной зоне. Дом частично заходит в защитную зону на 2 метра, но мы за таким согласованием уже обращались в ПАО «Морская Юга». Такого согласования получить невозможно, так как оно возможно только для вновь строящихся объектов. А мы свои квартиры купили уже в построенном доме, и более того, у нас зарегистрированы права были, то есть непонятно, как все эти проверки были пройдены. Соответственно, «Морская Юга» отписывается, что выдать такого разрешения не может. По условиям мирового соглашения, если мы в течение полугода такое согласование не предоставляем администрации, то мы сносим дом за свой счет и выезжаем без каких-либо компенсаций. На протяжении уже достаточно длительного времени, а именно 5 лет, мы понесли колоссальные материальные потери, а именно на проведение всех экспертиз, а именно пожарной, строительной, экологической. Вот. Но хоть и все экспертизы положительные, все в нашу сторону, вот, но поддержки в наших судах мы не нашли. Вот. Все суды против нас, как бы, добросовестными покупателями нас не считают. Как бы, мы бьемся во все инстанции, пишем губернатору всем, нас футболят кто как хочет. У нас осталась, как бы, еще одна надежда, если уж наши местные власти в этом не разберутся, на Европейский суд по правам человека. Как бы идти нам некуда, это вот единственное мое жилье. Как бы уходить на улицу просто так я не намерен. Как бы мы будем идти до конца.